Йонас, как оценишь свое возвращение после долгого перерыва и как себя чувствовал вообще? Чувствую себя хорошо. Конечно, всегда требуется время для того, чтобы вернуться в игру после того, как ты какой-то период отсутствовал. Но главное, что чувствую себя нормально. Что произошло в первом периоде, по твоему мнению? Все-таки начали хорошо, но потом 2 гола пропустили. Сейчас сложно что-то сказать. Я думаю, нам нужно всем сесть и все это обсудить, все рассмотреть, потому что начали мы действительно хорошо, но в итоге так проиграли. Нужно, еще раз скажу, сесть и обсудить все моменты, проанализировать. Физическое состояние команды, какое сейчас все-таки такое ощущение, что не хватает немножко этого компонента? Все у нас хорошо в этом компоненте. Конечно, иногда выигрываешь, иногда проигрываешь, но нам нужно сейчас выйти опять на ту тропу, когда бы мы побеждали, и у нас впереди игра в субботу с трактором, поэтому нужно готовиться к ней. Вопрос про удачу. Она сегодня в какой-то степени была не на нашей стороне. Вот рикошет, первая шайба и другие, так сказать, моменты. Но удача может повернуться и в другую сторону. А вот еще что, кроме удачи, нам надо? Я думаю, что есть очень много моментов, которые мы сегодня не очень хорошо сделали. И, если честно, мне сложно сейчас отстоять и об этом говорить. Нам нужно посмотреть, в том числе и ролики, и просто то, как мы сегодня себя показали. Нужно все проанализировать.